Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Мы с вами продолжаем играть в Arm Wrestling Simulator. И я здесь, ребята, очень много вдонатил робаксов вне видео. Вы только посмотрите на мою силу. 83 и 8 триллиона силы. Давайте посмотрим, на каком месте я в топе. Я даже не знаю, ребят, тут постоянно ребята качаются, и вот здесь вот какой-то баг произошел, смотрите, первое и второе место у них квинтиллионы, они что-то сделали такое, что, видимо, только они знают, ребят, потому что я, например, столько побед не знаю, как нафармить, это очень много, и сегодня мы с вами попробуем победить нового босса. Я, ребят, смотрите, на третьем месте вот эти два чувака что-то прокачиваются слишком жестко, и это все, скорее всего, ребята, из-за того, что они как раз-таки нафармили дофига себе побед и наулучшали себе вот этих всех питомцев. У меня, ребят, смотрите, вот такие вот болты есть. Это у нас, ну, с последнего яйца, но они не самые крутые. Мне интересно, ребят, вот эти вот питомцы. Сегодня мы с вами попробуем вдонатить еще 10 тысяч робаксов. Я сюда, ребята, вдонатил, наверное, уже 1040, чтобы быть топ-1. Но пока, ребята, меня перегнали. Я был, не знаю, дней 5, наверное, топ-1, может быть, даже больше. Напишите в комментариях, ребята, может быть, кто-то считал и запомнил. Ну, а сейчас я на третьем месте, ребята, и мы с вами все равно продолжаем прокачиваться. Тут и ютуберов много, ребята, уже в топе находятся. И я все равно в топ-5, ну, в топ-3, да, нахожусь. И я не собираюсь сдаваться, ребята. Обязательно ставьте лайки. Это все для того, чтобы вам было интересно смотреть. Сегодня с вами вообще кучу робаксов задонатим еще. И давайте мы с вами пройдем в последнюю локацию и посмотрим, сколько я смогу одолеть боссов. Я... так, давайте мы сейчас посмотрим. Я пирата побеждал. Поэтому давайте мы сейчас с вами попробуем одолеть сначала пирата. Вот так вот, смотрите. Ну, пират, в принципе, я думаю, мы с вами... Да, его супер легко вообще побеждаем, ребят. Поэтому давайте мы сейчас авто отключим, да. Вот так берем и побеждаем. Мне интересно, сколько мы с вами получим вот за этого. Кстати, заметьте, сколько у меня бустов. Я, ребята, сейчас вам покажу. Вот, смотрите, у меня 99 тысяч бустов. Я купил вот эту штуку за 2000 робаксов. И теперь у меня, можно сказать, бесконечные бусты. И сегодня с вами посмотрим. Может быть, какой-нибудь Void питомец крутой нам выпадет. Ну что, давайте попробуем вот с этим сразиться. Надо примерно... О, о, ребят, смотрите, я могу... О, я его победил. 900 миллионов я, ребят, получил. Так, давайте-ка мы сейчас с вами авто включим вот так вот. Надо 196 триллионов, ребят, чтобы его побеждать. Прям вот вообще легко, видимо. Во, ребята, я начал его побеждать. Смотри-ка. Смотри-ка, что делает-то. Вот это да. Ну ладно, ребят, мы с вами получили 900 миллионов. И это мы все с вами получаем с бустом. То есть у меня есть геймпас, плюс еще буст, ребята. И мы с вами получаем 900 миллионов. Не знаю, сколько там мы с вами будем получать без геймпаса, да, и без буста. Ну, скорее всего, меньше, ну, в 3 раза. Это что это, смотри. О, во, начал сдавать, ребят, смотри, позиции. Я думал, я сейчас ему проиграю. Нифига себе, какой он, смотри, жесткий, ребята. Мы тебя сейчас выиграем. Вот так вот. Ну, 900, ребят, я получаю. Короче, надо все-таки 100 с чем-то себе триллионов прокачать, ребята, чтобы быть круче, да? Смотри, 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 хочет меня победить. Во, все, ребята, давайте попробуем, знаете что? Сейчас попробуем еще одного босса уничтожить, который стоит после него. Ты че, блин, смотри, что ты тут сопротивляется как, а? Все, отлично, мы его победили. А, ладно, еще раз давайте попробуем его победить. В принципе, я ни разу ему не проиграл. Если мы с вами вот таким вот образом тянем, да? Ну, почти, смотри, он меня выигрывает, но я все равно сейчас, видите, в конце активируюсь. И потом он в конце немножечко, смотрите, посопротивляется еще. И я его должен выигрывать с легкостью. Давай, во, все, до свидули. Отлично, давайте попробуем вот этого акуленка. Я не знаю, ну тут 1,2 квадриллиона надо. Опа-на. Опа-на. Ничего себе, вы видели, как он меня вытянул? Я думал, я его выиграю сейчас. Ага, конечно. Не, ребят, он жесткий. Но он сейчас меня снова вытянет, смотрите. Он типа со мной играется. Берет, берет, берет и все, и побеждает. Не, ну акуленок, ребята, рановато. А может быть, что-нибудь какой-нибудь баг есть, а? Давайте попробуем кракена босса. Нет. Ребят, кракена босса
Даже мне топ-3 мира, ребята, по силе не одолеть пока что. Еще, скорее всего, даже никто не одолел в мире вот этого кракена, ребят. Поэтому мы с вами будем сейчас прокачиваться. Ну что, давайте, знаете что? Я обещал, ребят, донатить, поэтому давайте мы с вами вот так берем, донатим 10 магма-эгг. Посмотрим, что из этого получится. Так, золотой, кстати, мифик неплохо. Нас интересуют мифики и, ребята, 1500-ный, который ОПшный, вот этот. Я хочу его, ребят, выбить. Давайте еще донатим 2000. Ну, ребята, кто еще до сих пор лайк не поставил, обязательно ставьте. Так что, я надеюсь, вы поставили. Так, мифик. Да, блин, почему этот ОПшный не выпадает, ребят? У меня он один вот есть, и все, да? Да, но тут у нас голд. Ну, короче, сейчас вот этих мы еще с вами вот так вот поусиляем. Потому что я как бы могу это сделать, да? Смотрите, оп. И оп. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. В принципе, мы с вами все равно в любом случае усиляемся немножко, да? Здесь у нас, видите, максимум. Это болты максимальные, да, у нас? И вот эти болты тоже я не могу усилить, да? Ну, в принципе, я доначу еще. Ребята, мы с вами продолжаем. Надо, чтобы быть топ-1, надо самых крутых питомцев иметь у себя в арсенале. Легендарка, эпик, легендарка. О, ребята, вот он, надеюсь, этот ОПшный питомец, ребята, какой-нибудь... 2250, он золотой, ребята, он золотой, 2250, я, ребята, не зря все-таки донатил. Да, ребята, наконец-таки мы с вами смогли получить, ну, глазики я даже не буду усилять, ребят, потому что у меня они, в принципе, ну, самые стрёмненькие, да, типа, их не стоит даже улучшать. Вот видите, у меня голд на максимум тут есть, можно, конечно, покрафтить их тут, вот даже у меня какие-то есть, и где они, вот войдовские, мы так берем хьюдж крафтим, но они все равно, ребята, не лучше. А, нет, смотри-ка. Войдовский 600 дает, в принципе, неплохо. 514 у меня болты вот эти, да? Кстати, прикольно. Так, ладно, окей, ребята, может быть, еще раз выпадет. Давайте, ребята, у нас еще есть целых 2 раза. Давайте открываем еще раз. Надеюсь, еще раз выпадет. Так, это у нас легендарочка. Так, мифик. И все. Давайте смотреть, что там за мифики нам повыпадали. Ну, это, конечно, ребят, 2250, это мощь. Так, что у нас тут? 500 минимальный, да, получается? Ну, вот у нас флейминги, давайте мы вот так крафтим, одеваем и смотрим, что у нас здесь. Ну, болты у нас самые такие, да? И получается, что так, ребят, болт самый у нас слабый питомец, 514. Ну, а пока мы с вами, смотрите, каких питомцев имеем. Хьюдж, ребят. Кстати, вот хьюдж у меня, смотрите, максимальный левел. Это, получается, вот этот, ребят, смотрите. Биг я сначала сделал, а потом хьюдж, смотрите. Вот такой вот он гигантский, 1000 дает. Ну, вот это, конечно, 2200. А вот этот питомец, ребят, заменяет сразу 4. Это круто, давайте еще раз, ребята. Ну, блин, это, конечно, жесть. Я ни в одну игру столько рубаксов еще не тратил, ребят. Погнали. Так, легендарки, фигня. Легендарки, фигня. Мифик и мифик. Ну, типа, если эти мифики хорошие, то будет круто. Да, кстати, они вроде бы неплохие. Ну, короче, я не знаю, никак не посмотреть, какая сила у меня у питомцев. О, кстати, давайте-ка мы вот так сделаем. У меня, оказывается, эти глазики сейчас понавыпадали, да? Оп, хьюдж, давай, хьюдж. Что, не крафтится? Эй, во, отлично. Теперь у меня 2 глазика, наверное, есть, да? Один, хотя нет, почему один? Непонятно. Ну, вот эти, кстати, можно. А, нет, нельзя закрафтить, ребят. Ну, в принципе, я, ребята, сегодня задонатил очень много робаксов, но это все для того, чтобы мы с вами наконец-таки смогли одолеть последнего босса. Это, конечно, жесть, ребят. Вот такие теперь у меня питомцы. Кстати, самый крутой. Где он? Ну, вот этот какой-то из этих. Вот он, золотой, походу, ребят. Этот хьюдж у нас мифик. Вот у нас сзади вот такие питомчики еще летают, ребят, тоже большие. Ну и давайте попробуем авто... не файт, автотрейн, ребят. Давайте смотреть.
смотрим, как у нас увеличивается сила. Короче, ребята, ну вы сами все видите, смотрите, как быстро у нас копится, ну, сила удара. Короче, как я понял, ребят, все-таки сила удара быстрее копится, чем бицух прокачивать гантельки, либо эспандером, ребят. Поэтому я вот этим вот методом прокачиваюсь. VIP у нас есть вот такая вот груша, и я чисто ей прокачиваюсь. Ну что ж, ребята, я продолжу прокачиваться. Надеюсь, вам нравится то, что я делаю. Обязательно, кто еще не поставил лайк, обязательно ставьте. Ну а я буду качаться дальше до топ-1, ребят. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии. Всем, ребят, пока-пока.